Помогите вот правильно разобраться, классифицировать, что ли, из того, что он нам посылает, вот как бы все, приходит от Творца. А вот что вы имеете в виду, как вычленить то, что он нам посылает, то, что приходит от него на наши усилия или на нашу работу? Я не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Разумеется, все, что мы получаем от Творца. Признак, насколько мы можем определить каждую вещь. Мы пока что не очень способны на это. Но то, что относится к нашему духовному продвижению, это, да, мы можем отличить от всяких материальных вещей, которые тоже наверняка исходят от Творца. И отреагировать на то, что относится к духовному, в виде, о котором говорит Барис Улам, то есть подготовить для этого наши кли. В конечном счете, что он говорит, что мы должны сделать? Мы должны сделать сокращение на то, что мы получаем от Творца, духовным образом. То есть в том, что относится к духовному. Остановить это. И отреагировать на это так, что я хочу получить эти вещи только для того, чтобы доставить тебе наслаждение. Только для того, чтобы сделать тебе хорошо. Прежде всего, это сокращение, экран и отраженный свет в чем-то. С этого начинается духовная работа, духовное действие. Об этом говорится. Не путайте со всем, что есть у нас, даже в группе. Сейчас мы говорим только об отношении человека к тому, как он получает духовные определения, что все исходит от Творца, и все для того, чтобы он отреагировал таким образом, что он останавливает это и говорит только на благо Творца. Я хочу этим выразить свое отношение к Нему. Обратным образом. Получается, не важно то, что приходит, важно то, как я это получаю, как мы это получаем. Верно, верно. И тогда ты раскроешь тогда, что все тебе на пользу.